Я присутствовала при историческом факте подписания договора с Крымом. Вы знаете, это был один из немногих случаев, когда я просто плакала, не скрывая слез в присутствии большого количества людей. Но это было совершенно потрясающе эмоциональное, конечно, событие для нас, для всех. Много лет я бывала в Крыму, приезжала туда, и мне каждый раз было так стыдно перед людьми, которые на улице ко мне подходили и говорили: «Ну когда же вы нас заберете?» Я так думаю, что это событие, которое, ну, как бы убедило нас, что мы существуем как великая держава. И мы готовы понести и какие-то трудности перенести, и какие-то, как бы, зажаться, да, ради того, чтобы это было. Я думаю, что у Крыма замечательное будущее. Крым – это место моего детства. Я провела там, ну, каждое лето меня вывозили в Крым загорать. Мы там снимали комнатку какую-нибудь, это было дешево. И я помню эти крымские горы, и море, и радость, которую мы все испытывали от того, что лето, Крым. И, в общем, это были миллионы моих сограждан. Поэтому Крым – это, в общем, такая же наша родина, как и место, где мы родились. И я думаю, что мы поднимем Крым, потому что сегодня, конечно, он в трудном состоянии, в тяжелом. Я бывала последние годы и видела, как разрушились эти санатории, как все пришло в упадок, как все там стало, ну, как бы, замусорено и грязно. Мы должны сделать Крым витриной России, чтобы туда потянулись не только наши граждане, но чтобы иностранцы считали, как бы, его за честь отдохнуть в Крыму. Сегодня мы же построили Сочи, новый Сочи. Нас хватило сил, воли, умения, таланта. Я думаю, что и в Крыму мы вот так же сосредоточимся и все построим.